Руководство Гагарского района и военный комиссариат продолжают вручать ветеранам войны юбилейные медали, приуроченные к 25-летию освобождения Гагарского района. Юбилейные медали вручаются участникам наступательной операции с 1 октября по 6 октября 1992 года, а также семьям погибших бойцов с 14 августа и до освобождения Гагарского района. 5 октября в Доме культуры города Гагра состоялась церемония вручения медалей Министерства обороны Республики Абхазия, приуроченной к юбилейной дате. Сотни ветеранов войны и члены семей погибших при взятии Гагры получили медали. Глава администрации Гагарского района Заурб Ганба поздравил участников боевых действий и родственников погибших с праздником Победы и освобождением Гагарского района, пожелал им здоровья и долгих лет жизни. Глава района также подчеркнул, что благодаря мужеству и героизму абхазских воинов добыта наша мирная жизнь.